Завтра в 10 утра по чебоксарскому времени глава Чувашской республики выйдет на прямую связь с жителями региона. По регламенту встреча продлится 2 часа. Но ни один вопрос не останется без ответа, даже если не будет озвучен во время трансляции, посмотреть которую можно на нашем телеканале, а также в интернете. Задать вопрос можно на официальных страницах главы региона в глобальной сети. Впервые к обработке сообщений подключится специально разработанный чат-бот. К этой минуте поступило около 400 вопросов, и принимать их будут вплоть до окончания прямой линии. Добавлю, что анонимные обращения рассмотрены не будут.